Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать трюк под названием NeoSonic. Выглядит он вот так. NeoSonic — это очень легкий трюк, но он много где используется. Чтобы его сделать, вы берете ручку вот так, чтобы у вас большая часть веса была здесь. Дальше вы нажимаете указательным пальцем и переносите большую часть веса вот сюда. Дальше вы убираете средний палец и вот здесь ловите двумя пальцами. То есть в этом нет ничего сложного, просто координируйте движение вот так. После этого берете вот так, чтобы большая часть веса была здесь. Вот так толкаете и просто отпускаете ручку, и она у вас оказывается в этом слоте. Это NeoSonic Reverse. NeoSonic, NeoSonic Reverse. Раз, два. Раз, два. Дальше вы можете сделать то же самое, только в следующем слоте. Берете, также зажимаете между двумя пальцами и переносите большую часть веса и ловите большим и средним. Вот так. И то же самое в обратную сторону. Дальше то же самое, только в третьем слоте. Тут уже сложнее, но все равно достаточно легко. Дальше есть связка Twisted Sonic, NeoSonic, NeoSonic Reverse, Twisted Sonic Reverse. Выглядит вот так. Довольно часто используется. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи в обучении.